Горячий аппарат для выпускников. Более 8000 девятиклассников приступили к сдаче ОГЭ в Северной Осетии. Пункты проведения экзамена обеспечены всем необходимым. Их в этом году 54. У выпускников 9 классов СОВЗ есть возможность сдать экзамены дистанционно. Русский язык, математика – обязательные предметы, а вот два других – на выбор. Самым популярным в этом году оказалось обществознание. Его планируют сдать 5850 человек. Вторая в рейтинге востребованности – география. Ее выбрали 3058 школьников. В пятерку вошли также биология, информатика и химия.